уровне сушки. Кайсится 2 года вместе, не везде. Поменяли, он еще линяет. Сейчас занеслись, хорошо несутся. Яйца крупные стали, здоровые. Высадил сюда молодых к ним петухов ликбаров. Он серенький. Вот эта вот молодочка, он стоит. Это русская белая с ликбаром. Сюда должен занестись вон. Русская белая с ликбаром. Да? Такие получились с халками. Вот вот должен занестись. Где зеленое яйцо. Вот нестись. Вон курочка красивая ходит. Это джерсийский гигант с ликбаром. И один петушок здесь есть. Вот. Тут тоже джерсийский гигант с ликбаром. Такой красивый получился. Вот такой с ржаной. Он тут идет. Кормлю сейчас. Ну, также пшеница, ячмень, кукуруза. Ракушка, мясо, костная мука. Отходы все составим. Мешанки варю. Окей, вот сидит курочка. С хохолком. Русская белая с ликбаром. Вот у меня корольки. Сейчас сюда бросил. Чтобы поменьше вольера было. Кормить. Идет. Постелилочек посыпал зерноотходы. Убирают. Хорошо, сухо стоит. Петя. Джерси с ликбаром. Красавец. Да, Петя. Курочек не откасится, что-то на 18 осталось. И еще сюда посадил, что 20 надо. Просто белый с ликбаром. А тут вот курочка бегает по коробкам. Это получилось почему-то такая из хвоста. Это королек. Вот этот мама на нее ходит. Тоже с ликбаром. Получилась такая курица. Серые все петухи, но на курице нет. Интересно, первые пойдут зелененькие, будут сниму тогда. Тут вот высадил молодых ликбара. Плохо видно с этими петухами. Большими с ликбарами. Здесь он джерси. Сидит петух. Две курицы. Сейчас что-то не несутся нифига. Там Петька. Сушарки молодняк. Вот молодочки. Ликбара. И Петя. Взрослый. А здесь вот семейка джерси. Три курицы. И Петька, он такой молодой. Высокий какой-то. У отца. Надо будет купить петушка сюда. Голубенького хочу. Окей. Курочки, петушок. Сидит и поменяю все. Блин, там все. Молодки. Высокие. Вышли к бару в два раза.